вышли гулять. Вышли гулять с мелочью. Играем шапкой. Посмотрим, что от нее останется. Ну что? Пумы прыгучие существа. Но они тяжеленькие и прыгают, как правило, в крайнем случае. Да, Зая? Ой. Ну давай для затравочки, дам тебе поймать. Дай, так стой. Кто по мясу бегает? Брейч. Кот неугомонный, вообще не останавливается. Просто ни на секунду. Энергии, конечно, у таких кошек через край. И с этим надо считаться. Потому что человек, допустим, за 5 минут выдыхается. А это чудо. Готово носиться и носиться. Но пумы, кстати, быстрые. Достаточно только на коротких расстояниях. Ну, вот так, если по прямой бежать. Вот. На длинных расстояниях они тоже так себе бегуны. Ой, простите, мистер. Достаточно быстро они выдыхаются. Давайте. Полет пумы. Он сейчас набегается, пойдет спать. Правда? Бридж. Приветики сладкие. По-моему, меня атаковала пума. Да бридж. Уходи. Эй, уходи. Все, не кусайся. Зубы острые, молочные. Очень острые. И оставляю тут же дырки. Так, конечно, играть с ними категорически нельзя. Потому что из игры это потом превращается уже в атаку. Потому что в детстве дети только учатся всему. В виде игры. Сейчас, подожди. Вот. Сначала вот это все происходит в виде игры, а потом уже начинается охота на полном серьезе. Так что так делать нельзя. Ну, я, походу, умоталась сама в хлам. И кота умотала тоже. Неужели это произошло? Он аж, бедолага, не знает, куда от меня деваться. Вот и погуляли с мелочью. Выгулили. Сейчас поест и спатеньки ляжет. Эй. Что это? Не-не-не. Давай, отходи туда. Отходи. Сюда. Садись. Вот это моя зайка. Поехали кататься. Ну тихонько, Брейдж. Брейдж, только тихонько. Тык-тык.
Лошадка у тебя, да? По кочкам. По маленьким дорожкам. Да. Нашел лошадку. Видишь ты, какая козявка. Да? Это называется ножки свесил и едет. Так, аккуратней. Все, уходим. Все, нельзя так больше делать. Никогда. Понял? Не брось, все. Я очень устала. Тебя у меня на 5 сек хватает с тобой. Вон там летит самолет. У них здесь рядом прямо аэропорт международный. Круто так. Прямо пролетают самолеты над домом. Это такой романтик. Кот, наверное, знает уже все рейсы. Провожает и встречает. Пума вас, когда вы прилетаете в Пермь, имейте в виду. Масенька. Ну все, будем закругляться, пошли домой отдыхать. Мелочь, я вся сырая.